И сейчас пойдем. Прошли Да. те 15 минут. Мы же сейчас Бля, опять это до Ларани. снова все надо вспоминать, блядь. А они линковали, типа, что будет ребут один хуй или нет? Нет, нет, Нет. нет, нет, нет. Сука. Вот ту ёбки. Пидор. Целка понерфили. Понял. Вчера ебали мозг, сегодня начинается. Все по стандарту. О, Булкин, ты тоже тут? Я давно тут, просто Ничего. Редко говорю. Зачем мешать? Справедливо. Нормально. Заебись. Нормально. Не, я сейчас на бочок не лежу. А это... Есть какая-то история, где этот Ваня? Он куда-то ушел или он не играет? Что случилось? Который с Шем собирал? Работу нашел. А, это важно. На самом деле, я бы, конечно, уволился с работы, чтобы играть в WoW, но все-таки работа важнее. Надо оплачивать квартиру. Интернет? Да. Донатить надо мне что-то. Донатить, вот что немаловажно. Так, скорее всего, он для этого и пошел работать уже. Да донатить и взять уже шлем. Ну да, зачем ходить в рейд, когда можно взять шлем? Зачем играть, если можно задонатить? Угу. Обновыш никакой не было после первого рестарта? А хер его знает, я не смотрел. Ну, X2 работает. Но там, если возможно, что-то в лаунчер, наверное, добавят. Или... Хотя бывает, что нет. X2 и не будут ребутать, потому что, скорее всего, так как там желтыми буквами написали нерв CLK, то, скорее всего, просто поменяют, как он называется, блядь. Блядь, а почему они постоянно сдвигают свой ебучий вот этот ребут? Перезагрузка 50 минут. Почему, блядь? А может, они живут вообще в другом времени, в другой реальности, у них время течет по-другому. Это как утренняя перезагрузка в 11 утра. Это загадка. Нет, никаких обнов нет. Тут... Ну, я же говорю, вероятность может быть. И не всегда. Через 5 минут добавят. А вчера в CLK-10 ходил кто-то, нет? В гер. Да, закрыли. Закрыли на фул, да? Угу. Ну, я не закрывал, но вроде кто-то закрыл. Кто-то убил, там говорили. Слышал, Хейки там вроде у Лича был. Ты не знаю, добили они или нет. Хейки, ничего, когда-то успел. Или он пиздобол, или правда, я так не знаю. Да можно через базу данных чекнуть. Ребята, извиняюсь, что перебиваю, а покурить время есть? Да, да, пару минут курани. 9 из 12 убито. На первом месте. Странно, вчера я смотрела 12-е. Прикол. Кто-то вчера Лича в чату линковал. Убитого. Мне кажется, это все багается. Там это все наебалово, это не работает нихуя. Там бага, наверное. Да, даже 25-ки до сих пор показывают, хоть и многие закрывали некоторые инсты, там 9-12 показывают, бред. Ну вот, значит, и это так и есть. Значит, 9-12, это значит, на фул закрыли. Потому что не учитываются какие-то боссы. Ну, например, возможно, не учитывается корабль, возможно, не учитывается валька, и еще, наверное, какой-то один босс, только какой, я не знаю. Сорфант не учитывается. Наверное. Запускаем. Может быть. Это только теория, заходите. Скинула или что-то. Вы что, опять Даларан? Прогресс, кара. 10 из 11. Типа шахматы не засчитывают. Как его? Заебало, блядь. Ну почему в Долоранта, блядь? Без лук, во.
Ты какой-то, блядь, я не знаю, шутка, блядь. Бучи да. админы, блядь. Мне кажется, это месяц поставок, блядь. Опять же пал. Ну, мы бы уже взяли за следующий квартал. Квартал бы, а так, видишь, издеваются. А то меня просто недопрогрузило. Да, зато ранец еще одет. Заебись. Да, может, он останется навсегда теперь. Нет, он не после перезахода в мир он слетит. Интересно, он снаружи будет работать? Нет. Лучше не пробуй. Вы пока не можете это сделать. Ну, понятно. Хотя недавно ран кинула. Ты всех так. Покидала нас судьба. Туда-сюда, туда-сюда. Да я смотрю, и другие тоже летают, как ему. Всех повыкидало, видимо. Ой-ой-ой, зачем отпиздили пацана? Ракетный ускоритель включен. Да, как зашли, типа он врубился. Давай, шкаф. Лидер уже зашел? Да. Тыкайте на эту парашу. Нет, все же выкинуло. Ну да. Спасибо. Тянка ботяры принимай. Потом уже еще. Тут. Так, остался Каин. Я уже суммонил. О, понятно, не упал. Уже все тут. Попытка номер... А если я под кораблем что делать? Кто ты? Бесот двигался. Так, ну давай, попробуешь принять суммон, наверное. Опа, спасибо. Вот видишь. Драконавт, Хейки, вы тут? Ладно, похуй, тогда я запускаю. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Так что там не пишут? Ребуты никакие. Да и в прошлый раз не писали. Мне кажется, мы крашим сервер как-то, блядь. Кто-то, блядь, в нашем рейде крашит сервер. Ты слишком большое мнение о себе. Или о нашем рейде. Сейчас на сурке, наверное, еще раз крашнем. Вчера кидали даже щит терпил или что такое, или терпимость. И терпил.
Щит бунта, бля. Да, щит бунта был точно. Дайте мне щит похуизма. Щит терпения, блядь. Хорош. Ну мы обычно пишем бунд. Все так, танк на месте. Бунд можно... на корабле к трупам. Так, где-то вот тут хорошо встал. Хилится? Так, давай проверим. Да, кастуется. Ой-ой-ой. Вы, конечно, скиллованные хулипалы там, ё-моё. Ебать, увидели, я чуть не сдох. А ты? Хорош. 1-1. Вы-то вообще там куда-то запрыгнули. У вас иногда летит эта хуйня огненная, да? Ой. Ничего страшного. Багнулся аддон, не беда. Скоро крашнется сервер, потом перезайдешь, и все будет опять на своих местах. Да, я хотел мартом добавить. Это еще успеется. Так, ну улетайте все. Это был третий маг, вроде как. Тоже улетай. Скинем стаки и потом. Так, кого-то убило. Тянка бы. Почему-то. Я, блин, вперед побежала. Свалилась? Поткнулась, да? Да. Понятно. Ну это как тоже в «Пиратах Карибского моря», знаешь. Когда он эту бабу-то сталкивал. Все, лети, вроде скинули стаки, только это не точно. Да. Точно. Вроде она скинули. Упала в лодку, а я на край. Она, короче, вот обрыла. В платьишке это. Ты, говорит, платье отдай, и она, ну, в другом платье в каком-то, в ночном, в таком, типа, в ночнушке. Мне этому и Джеку Воробью тоже говорят, ну, ты, типа, спрыгивай. И он такой говорит, блядь, в прошлый раз вы мне дали, говорит, пистолет. Этот бабуся такой говорит, черт возьми, он прав, говорит, дайте ему пистолет. Ну, дают пистолет. Вот такой смотрит, думает такой, блядь, и такой говорит, блядь, поскольку у нас двое, дайте нам пару пистолетов. Один пистолет и точка. А ты, поскольку джентльмен, пристрели бабу, а сам сдохни с голоду, блядь. Все помнят этот момент? Да, сейчас рассказал, как будто прочел. Я просто вспомнил. Да, в одиночку там на острове остались вдвоем. Так у них там было бухло. Они не одни. Так это заначка была там. Подрободить-то, да? Да, она которую потом... кое-кто сожёг. Потом... Слышишь? Да, где ты, говорит... Где ты, говорит... Где ты, говорит, взял веревку, сплёл из шерсти со спины, блядь? Так быстро сдох корабль, что ли? Ну да, мы ж сильные. А чё, уже все? Так, ну, тянка ботяры здесь, можно лутать, наверное. О, я успела залутать. Ой, ты что? Просьба есть вообще сильная. Сделай ДБМ пул, плиз, перед орком. На орке? А там... Да. Какой там же... Там же есть отчет. Да, там же отчет показывает, и люди не показывают. А, вот там... блядь, забей, все. Да, на Уркер он же сам активируется по времени. Да. Ну давай, кила, если хочешь, шипы. Да не, пройти. Не надо, если там есть. Стойте.
Там танку в ретрике. Оставь танку в ретрика. А, ну все, пускай будет танку тогда. Он тогда... сейчас свихнется. Не запускайте, не запускайте. Войд, сделай в рекаунте ДПС, а не ХПС. Да, это бесполезно. Ну... Да зачем нам ХПС? Потом посмотрим в конце боя. Там все равно ничего такого радужного не будет. Черт, скринь воля упадет. Так, готовность. Короче, босс простой. Я думаю, сейчас 330к дадим. Вычтем 20к танку, который дает, и будет 310 дпс проходной нормальный. Меня вчера орк удивил. 30 вычтем. Вот у тебя его, наверное, без вайпа убили. Я запустил. 10 героев, говорю. Что в целкашке, пофиксили урон? Ой, я не знаю. Какие-то ребуты были, но мы сейчас в обычке. Не-не-не, не в обычке, в обычке. На ребре нормальный урон? Да, блять, урон, урон там нормальный. Дело-то не в уроне. Дело в том, что они льются поближе к центру босса. Это я знаю, они пофиксили это. Ну, точнее, изменили. По 8 тысяч тикало. Да и бог. Много или мало. Они писали желтыми буквами нерв целка. Это означает, что снизят хп боссу, наверное. Или боссу. В хм-ке. Ну, в хм-ке, да. А вы били хм-ку? Нет, ну мы били, но это... Никто не убил, вроде как, на сервере. Не, я знаю, что никто не убил. Сколько у вас этот, ну, ДПС рейдовый? Смотря в какой момент времени. Ну, под смерти, типа, начинается смерть. Ну, когда смерти начинаются, там от 290 до 230, а на бурсте и под 400. Ну, на бурсте имеется в виду, когда геры. Ну, понятно, но на выходе нужно 300 хотя бы 20, чтобы ну, было. Да, на выходе не хватает этой хуйни. Две, одна, припоты. Поехали, бьем. Дал геру. Гера. А, включи ДПС, пожалуйста. Потом. Сейчас не хочу. Закончится бой и включу. О, какая-то табличка вылезла. Да, что-то с аддонами случилось, конечно. Выбери, выбери. Ну давай сразу частицу на Вадикона. Понадежнее будет. Так, давай не зыбку. Так,
Крот товар давай ШВ. Вероника, давай массакру. И Сель, давай гимн на ХП. А, нормально. Так. Ну, глотайте, я когда побежал открывать. Давай посмотрим. Рейдовый 325. Минус танку 14. Нормально, 310, как я и говорил. Хороший ДПС. Ну, красава, Алфина, блять. Дал топ ДПС. Да, вообще красавчик. Это мутик? Да. Это да, мутик. Мутики говорят, что сильнее, чем этот, как он называется. ШД. Комбат? ШД, да. Такие же апнули вот последние два раза, причем. Хорошо. Нет. Последние там немножко-то... Когда 3 стака сделали, там это, не рфанули. Когда сделали 10 стаков, уже апнули. Можно ДПС в рейд, пожалуйста, то? Скриньте ДПС там это где-то в DC сохраните, чтобы потом можно было глядеть. Ну, Булкин, как обычно, 18, Пельмешань 19 дает, что-то вообще охуетенных ебашит. Лора хорошо, Арканавт 16,9, Лора 17,1, Вадикон 16. Портуйтесь, пойдем трэш бить. Больше Вадикона дает Хейки 17,9, вообще круто. Сель 14,5. Эльнурио 14. Вансент 14. Быстро двигался демон, Святос. Нормально, охуенный ДПС. Ну что, у меня 14.5 показано, что я да. А, у всех по-разному показывают. Все, начинаю пулять. Да, ну, тебе что, у тебя details? У меня рекаунт. У всех всегда будут разно показывать. Рекаунт косячит. Ай, мне это вообще не интересно. Меня нарисован почему-то считают самым корявым. Я думаю, не без оснований. Я знаю такую вещь, что все ваши рекаунты и детейлсы всегда будут разные цифры показывать. Ну, если да. Только если только пинг и интернет, и вот это все соответствует, ну прям один в один, возможно, будет одинаковая цифра. Лут поменяй пока что. Он считает полностью у всех, смотрит. Я не про то объясняю, я объясняю про то, что все эти записи всех аддонов, они зависят от пинга, от того, какой у человека компьютер. Я тебе про это и говорю. Ну вот. Что details смотрит у всех, у кого есть details, и сравнивает. А-а-а, ну тогда это более такой умный аддон. Ну опять же, это усреднение. Поэтому он самый поздний аддон среди всех. Это будет... Извините, вас хреново слышно, мне лагает просто. Ничего страшного. Ну это просто среднее будет считаться. Я убежал на край дачи, чтобы более-менее вас было видно. Какой ДПС выдали, все такое. А у вас распол был? Армстакл или нет? Вот маленько ловит. Ну насчет... У нас же про товар есть. Да, у нас про товар. Еще раз? Про товар же есть, зачем... А, про товар, все, понял. Я его не видел. Кстати, кто-нибудь кроме Ребрада, хоть блядь. Кто-то Ребрада убил 25-ки или Барлови. Героики? Мне кажется, мы уронили танка, ребята. Мы стояли тут очень долго, он убежал туда. Но он сдох. Ребро кто-нибудь убил 25-ки? Нет, никто. Кто на сервере еще не убил? Поэтому и фиксят. Потому что топы наныли, да как так, да и все. Вот то есть. Ну, там не то, что наныли, там, ну, чтобы детям админа постоянно такие боссы были, блядь. Так что, блядь, там не то, что топы наныли. Самое главное, я наныл, чтобы апнули мутиков, Алкина даже в теме ни разу не написал. Что прям сильно нас уронили. Так я деньги занёс админом. Ну ты как бы знаешь, получше будет, поэффективней. Давай вот эту собаку. Точно деньги. Все добежали? Ну почти, ну там, ладно.
Нет. Ладно. Пизду вас. Вот этого мелкого заебашите. Давайте гнев небес. Гнев небес. КД. Масс там, да. А, нихуя, какие лаги. Можешь я на 2 минуты отойду? Да. Сука! О, сюда! Случайно отказался, не знаю. Есть разница между десятки и 25-ки, Леточка? Нет. Одна и та же. Так, первая прожимка будет про товара. Как хочешь. Готовь ШВ. И будет танкома с сокру давать, и гимн на ХП будет сеть давать. По сельде щиток перед гимном надо будет. Давайте, готовьтесь. Это на первое? Да, на первое. Давай. Сельд на ХП. О, повезло. На вторую мордонец. Вероника будет массакру с мордонцем. И на ХП прочитает Тянка Батяры, наверное. Ну, я уже прочитала, когда прибежала. А, ну хорошо, тогда килая. Все, килая читай. Хилы прошли проверку. Круто. Ох, да, я даже какой-то приличный ХП смогу на этом выдать. Ой, я случайно за ним делал. Кстати. Там ловушка дальше. А, я не один такой. О, нидер, ебать, нахи ты море. Да я случайно занидил, что ты пиздец. ГБ куча. Че я с ГП? Лол. Че там? Ловушку уже сняли? Все, обезвредили. Вот. Насущный вопрос. У нас один из локов в демоне? Ну, или оба дестрики в Африке, что там? Вроде как должен в демоне быть, быстро двигался, если я не ошибаюсь. Двигался в демоне. Следователя еще одного притащу. Он в демоне бил на орке. Исследователя притащишь. Здесь пальти сзади слизня. А где исследователь? А его пет там согрел. Сейчас выйдет пет. Смотрите, тут сзади моб идет. Грипните его, ДКшники, два раза. Один сюда, другой туда. Масло в пласке обновить, потому что уже все почти. Да, точно. Так, как мы тут с вами делали? Блять. Тут же вроде ничего не поменялось. Сейчас я релогнусь, у меня забагалась ветка, блять. Там Нурика пока присумоньте. Шкаф его присумоньте. Нурик, ты тут? Да. Сегодня посмотрим на адекватность. Ну, мое предположение, если 140, 145, 148 лямов будет, то можно будет убить. Ну, рейдом, конечно, 360 надо быть ДПС. Если по 40 смотреть. Не, нам еще одеваться. Ты о ком? Ты о ЦЛКХ? Угу. Я про ребро. Так, а там сколько? 150. 151. Ты уже посмотрел? Да.
А, ну вот. Ну, более-менее должно быть. 15к средний ДПС должен быть в динамике. Ну, это слишком прям жестко. 15к в динамике. Угу. Так, получается. Ну, давай. Тянка-ботяры в звезде. Килая в кружке. Кружке. Метки в три точки разносите, знаете, да, чек на пол. Блять, ебаный этот. Раша. Так. Килая готова? Да-да, я тупо. Так, танки давайте на счет 3. Раз, два, три. Как обычно, до едкой гнили и после едкой гнили только протовар уже будет забирать. Гера не будет? Гера, давай, похуй. Так, два милика со спорами, надеюсь, вы вынесли. Алло, блядь, два споры в милизоне, почему? Ни одной в милизоне. Почему ни одной? ГЦ, они отвели оба. Вы что, вы что, блядь? Вот конкретно, ну, да. Кейн и Хаттер, хуй прочитаешь, блядь. Хейт. Ну, у вас есть мозг вообще, блядь? Короче, что я вынес, что такой фильм? Не было. Короче, я не знаю, сейчас попробуем дать массив ДКшного вместе с этим, как он называется. Вот 5 человек блюют, почему? Почему вы в пятером блюете? Наберите между собой рейндж. Вукля, Арканаут, Быстро Двигалс, Сельдь и кто-то еще из хилов, блядь. Тянка-ботяры, по-моему. Тянка в метке стоит, рядом с ней никто не стоял. Под боссом есть? Под боссом есть. Да, ребята. Не начинайте только фигню делать. Можно по пристам каски дать, нету каски. Я бы даже сказал, нужно. Тот, кто дает каски, дайте каски. Если нет полипавера, не видите, есть на ком-то каски или нет, то, блядь. Вот плюет опять 5 человек. Почему 5? Первый часовый варости. Вы что, не понимаете? Ну, я вам объясняю по-русски, блядь. Наберите ебаный рейндж. Звезду спору, не вижу третью спору. Кто-то звезду. Вот, в один вернись, блядь. Вы, ну. На давайте. Танке же один был. Да, это. Работаем по танку сейчас все хилы. Вот сейчас немножко еще хильнем. Все, спору уже не дамажит, по рейду дамага нет. Хилим танка. Все, массы выдаем. Ну, алки на ложный выпад. Не нажимал, да? В следующий раз сложный выпад нажимай на эту хуйню. Значит, этот. Ну давай, букля, ресой алкину. Сразу, когда он встанет, щиток. Сейчас уже ничего не сносите, просто добиваем. Уже не парьтесь, ничего не сносите, просто встаньте в РНЖ, чтобы обливало 3 человека, а не 5. В Гере это непростительная хуйня там. Если будет столько людей блевать, там будут падать рейды. Так, про товар бьет у нас. Булкин ты должен снести, и она там все уже. Что я сделал? Не-не, все нормально. Блин, а это после перевода. Кровь забрать, если вы кого-то. Да, можно. А кому нужна кровь? Биг дэмэдж вару. Кроме него никому не нужно больше. Молчание, знак согласия. Ставьте шкаф возле гнилого и суммоньте. Меня хотя бы.
Так, демедж. Хеда это для квестика, из которого грань собирается. Там два вида вроде, да. Крой. С этого и со второго. А сколько не было? Или был? Не было. Так, что мы имеем? На данный момент уже 2 ДС, это вам по одному. Это стопудово уже есть. БЕшки уже 2 есть. Вроде как. Все, сумон принимаю. Кого еще сум? Да я уже пешком дошла. Так. Ну, мордонец на боссе, вар, слизней водишь. Может поменяемся лучше? Можете, да, можете. Можете с маслами обновить, пожалуйста? Можете поменяться. Вар, давай я первого пульну. Да, наберешь агро, и он заберет. Я скажу, когда забрать. Ага. Короче, если вдруг будет взрыв, и босса будут отводить, и босс будет блевать на весь рейд, то вар сразу с ШВС даешь, и верника сразу массакру, и сель сразу гибны ХП. Ну я скажу там. Все, на счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Не понял. Кто за лаги? Забирай. Ага. Лагаю как никогда вообще, прям, блядь, бич какая. А я вообще завис. Не дай бог, как на Синдре было. Да, видимо, этого босса без кота. Блин, поверни его, я случайно тут лужу разлил. Вообще, что это произошло? Надеюсь, тебе ничего с босса не надо? Нет. Ботинки только с первого с ребра, но это не знаю, вряд ли там хватит тревог. Или вообще неясно, кто выиграет. Угу. А что там струка упала? Параша какая-то. Плащ. Большой. Да, филоской плащ вроде. Блять, слизит что-то долго в рейде, ребята. И под мордой не стойте. Стаки обновились. Анимация 2. Это хорошо. Ночью взрыва не будет. Сейчас наоборот почему-то один лишний поймал. Сейчас 4 на нем. Да похуй. Уже добьем. Сводить, наверное, не будет. Да, не надо. Почему не падает на шамана говно никакое, блять? Потому что ты на шамане. Да. Ну, до конец кожи можешь надеть.
Чё-то прям грустно. Да я поэт. Угу. Всякая параша выпадает. Так, ну пошли профа. Не заходить. А, ты так? Я сейчас пойду к Ане плакаться, что я на холике нихуя не выхиливаю. Там лох может замутить комнаты. Но он мутит. Я далеко и получаю урон. Так, чувар в кукле, да? Все? Все, пиздец. Вайп. А представь, если вот это стекло разобьется, и эта жижа на нас плюется. И газ. Появится большой элементаль из слизи и из газа. Будет нас ДПСить. Не пропустит нас на профа. Если мы его осилим, то тогда выпадет осколок на шем. А может правда? Может шем выпадет сразу? У меня шем только банечка. Доротари? Кабанчика в Доротаре шаем. Короче, это очень опасный босс. Но тут самое главное не ловить пельмени. Если у вас это получится, то мы убьем его сразу. Вот а тут... чё комбат висит? Комбат? Ну сейчас жуков убьют и не будет висеть уже. Так. Угу. Лис... Никто не убивает. Лис эти манул. Висит еще бой? Вроде, нет, всё. Вроде нет. Так, вот. Вставил. Тянка Батяры, ты где там? Бегу, бегу. Так, самое главное, не ловите пельмени, милики колбы не ловите, и выбегайте быстро из луж, это самое главное. И когда появляются слизни, играйте приоритеты. Сначала слизень, потом уже босс, все остальное. Но когда бьете слизни, то все равно не ловите пельмени, не стойте в лужах и не стойте в колбах. Вот, проверка. Так, ход от тебя нечем, поэтому будем надеяться на удачу судьбы. Просто будем пулять сразу. Вот. Не успею набрать все равно. Если единственное, только там... Короче, смотри, давай я тебе объясню. Знаешь, как делаешь? Пуляется босс, выходят две лужи. Ты даешь им разрастись. Двум лужам. То есть не пьешь. Это даст тебе... То, что когда ты начнешь пить, ну, не сильно разрастись, там, ну, допустим, на 2-3 размера, вот примерно, да, как они на полу лежат, и потом начинаешь их пить. И тогда у тебя должно накопиться 46 энергии к тому моменту, когда будет выливаться слизить. Вот, и тебе надо будет просто плюнуть у него босса, когда будешь пулять мордонец, вот примерно вот сюда отведешь сразу, но туда сразу в треугольник не веди, вот тут примерно лужи это нальешь, ну, чтобы билики были здесь, мы где-то... Я обычно вот сюда ставлю, чтобы... Недолго бежать до места. Короче, где хочешь, это самое, чтобы просто лужи, когда он пил, у него был ренжа плевка у этого. Короче, вы поняли, да? Хули я вам объясняю, блядь. Быстро двигался, Хейки, Эльнурио. Быстро двигался. Ты готов быстро двигаться? Все, насчет этого. Насчет три пуляем. Да, пей. Раз, два, три. Поехали. Самое главное не словить пельмени. Если будете ловить пельмени, мы вайпнемся. Буду ругаться. Тогда ругайся сейчас. Вот лужи, смотрите. Вот тянка батяры, ты стоишь в луже долго. Очень три тика прошло по тебе. Выбегай из лужи, самое главное. Внимательно смотрите. Вот выливается зеленый слизень. Так. Кастует. У тебя есть плевок. Я установил, ага. Не зыбку дам. Хорошо. Захиливаемся.
Вот что у тебя в голове? Хате, блядь. Хата, блядь. Добиваем. В голове моей опилки, да? Да, да. Да, вот примерно так. Букля, резай его. Блядь, отлетай, пожалуйста, перед лицом слизня беги, или ты первый раз тут? Никогда не был, наверное, до этого. Фулл ДПС по боссу. В красного не плюй. Не плюй сейчас. По паладину. Каску, лапу, пристабав после стана и кулак. Сейчас расстанусь, пристабав дам. Да, да, да. Все, по красному. Все отвернулись от профа, смотрим на красного. Цель красного захилить. Пельмени сейчас полетят, смотрите. Вот пельмени летят. Сейчас колба буду. Молодцы, вроде как никто не словил. Милики, помогаем по красному быстрее. Ну пол хп еще убить, блять, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, отлично. Все, дальше играем. Вышли, слушай. Смотрите, от профа немножко. Вот, видите, пельмешка быстрее долетит, если ближе к профу стоять. Вот Килай стоял пельмешку. Повнимательнее. Если вы видите, что проф близко к вам, это не значит, что нужно стоять и ждать, пока вас прилетит. Я на все отвлеклась. Смотрите внимательнее, ребята, потому что это срезает скорость коста, и ваш хил превращается в ноль. Вот зеленый. Хате, внимание, бежать перед лицом зеленого. Отлетать. Отлетать, как оно называется? Пельмени, отходим. Отлетать к РДД. Вот. Хатте сдох второй раз, блядь. Короче, давай. Вадикон, ресай грилита. Сразу поднимите щиток. Блять, это щиток. Щиток, щиток, захилить. И хейки, ресай этого хате. Хате, блядь, больше не падай, сука. Прожимай бабл какую-то хуйню, ну, блядь, не умирай. Красный слизень выбирает цель. Внимание. Захиливаем. Тянку захил. Служи вышли. На колбу не беги, тянка, на колбу не беги, если там есть колба. Нету там колб. Все, фул ДПС. Милики, помогаем. Все бурстанули в красного быстрее. Себя там щиту, и все нормально, дальше бьем. То же самое с зеленым повторяем. Так, что у тебя незыбка откатилась? Нет пельмени, смотрите, а? Не ловим. Есть, да? Сейчас колба будет. Килая словила пельмешку. Килая. Как отбежала уже от того места, где он падал. Зеленый, внимание. Давайте собрались. Лужа летит. Захиливаем Мелизону. Лужа. Все, сейчас сбегаемся в черепок, отлетаем к столу. Черепок захил. Не забкадал. Так, там какая-то параша летит, пельмени, не какая-то хуйня. Блять, Алкина сдох. Ну, последний БР Булкин. Давай. Теперь грилит СС по хате. Быстрый двигалс СС по рарнику. Так, Алкину захил. Красный выбирает цель, готовимся к цель. Рарника захил. Пельмешки летят, не словить пельмешки. Свято словил пельмешку, наверное, да? Блять. Блять, как так, нахуй? Ну, блять, пиздец. Танку, короче, потеем хилы, блять. Быстрее по слизню. Сколько там у процентов? 40. Еще будем 40. Слизня бить. Ай, блять, танку, давай частицу на мордонца обнови. Если не было. Там колба, осторожно. Милики, смотрите. Стоп по боссу, стоп по боссу, стоп по боссу. Добивают только Вадикон и Хейки босса переводят. Все сейчас сосредоточитесь на слизне. Ну сука, ну почему вы дохнете нахуй? Грилит, блядь. Сбежали с череп. Когда откинуло, на него не бежать. Вот мы стоим возле стены, да, захиливаемся. Выбирает. Добиваемся зеленого. А какого хуя? Вот кто этот мудак был? Блять, кто там был? Кельда. Кельда. Все, ладно, не мудак. Хорошо тогда. Это простите. Давайте, приготовились. Так, первый мордонец. Давайте. Конечно, обязательно. Гера. Вот. Стоим, чилим. Короче, что получается? Первый диван будет давать хата. Будет давать на мордонца, когда скажу. Ждем пельмени, вот смотрим, или лужи, или пельмени, сейчас какая-то хуйня будет, короче.
Так, вот пельмени, смотрите, отбежали, да? Потом они упали, и мы подбегаем обратно сюда. Вот так, да. Милики, не дохните в луже, осторожно, выбегайте быстрее. Колбы там еще. Сколько там стаков у тебя? 4, да? Протовар забирает, мордонец отбегает. Хатта, давай, давай диван по мордонцу. Забирай, Вар. Вар! А, забагалось. Это... Пельмени отбегаем? Давайте, короче. Блин, опять на мне, что ли? Нет, у него забагался фрейм, не парьтесь. Ну, дамаг получает вар, блядь. Хорошо. Так, значит, второй диван, если еще будет рарник давать, вроде СС ему говорил. Все, пока. Пока чилим. Ставлю тотем, короче, сельдь гимн на ману. Сколько там стаков на варе? 4, да? Все. 4 я забрал. Мордонь, забирай, вар, давай ШВ. Если не КД, конечно. А у меня что? А, на меня это кинули. Диван, диван снимай. Ну, пока не надо ШВ. КД ШВ повешал или нет? Нет, нет, нет. Да он не смог прожать. Потом дашь, короче. У нас такая еще есть. А, нормально. 5 секунд, бомба, осторожно. Выходим с лужи. Пельмени. Мелики отходим. 3 стака на мне. Ну вот, блядь. Лора, блядь, ну что ты, блядь, не можешь от пельмени отойти, ну пиздец. Блин. О, колба не упала. Боже, какой кошмар с одним кадром в секунду что-то делать. Третий ДС. Сколько? Пошли на этого, как он называется, на совет, Илану. Так, вы 4 хила справились. Так, знаете что, блядь? Спекнись, рарник, на помощь им, на танка, на помощь. Вы, короче, 2 паладина, 2, это, 2 приста хильти, короче. Ну, аккуратненько на трэше, там все станы, там давайте дизармы, всю хуйню. Я немножко, думаю, поразраливать шмот, может, пока это все дело делается. Быстренько раскидать. Ну, потому что и мусорный шмот есть, и тот, который можно рольнуть. 3 ДС и 3 БУЕшки есть. Чтобы вы, короче, хилили и танчили, и не помер никто. Так, ну давайте сразу, типа, Нурик там или Вероник, кто с вас ролить будет? Кто? Давай, я не знаю, могу я поролить. Давай, короче, сразу нужно, не нужно, типа, вот это вот параша надо кому-то? Или дать на распыл кому-то? Это полное говно. Если кому-то что-то нужно, пишите в гильдию или в ПМ. Вон, сельди отдам. Брейди хотя бы пишите. В смысле сельди? Нифига. А сельди что, не из... Откуда она, с какой гильдии? Она оборванка с улиц. Оборванка. Ну, да, да. Что вы, пуляйте... Это я устал! Кидай ее, ладно. Это, пуляйте 3 моба, чего вы стоите? Танки, 3 танка, вот рарник еще бежит, 4 хила. Короче, это сельди отдам, это беспонтовую фигню. Ну, просто начальная пуха, если у вас 200-я пуха. Так, дальше. Если у него не докап карета, у нее, извиняюсь, самая. Вот это беспонтовый грудак. На ретрика, наверное. У нас только один. Танку надо тебе? Эй, параша бесполезная. Сон. Так, теперь самые вкусные тапки с ребра. Давайте, кто там? Кому надо? Ну, Нурик Килая. Короче, Нурику не надо, получается Булкину. А сразу. У нас котов-то нету, блядь. Все, тогда Булкину сразу отдаю и все. Там типа некому, блядь. Ни одного РБ шара. Так, Булкин, ты где? Обмен? Да, я туда. Куча. Огромное спасибо. Так, дальше получается, вот это беспонтовая ПВЕ пуха, ПВП, ну или на трансмут, не знаю. Ну, кому-то надо вообще, или просто на распыл отдать. Сельдь, вот. Вызывает валькири. Так, сельди отдам, пускай ПВПшится. Короче, блять, кидайте роллы, потому что, видимо, гичат не чекают. Угу. Так, а что, еще кому-то надо, кроме сельди, или как? Да нет, не про это. А.
Да, это роли, еще да. Там же должны два ролить. Типа, но. Да нет, тут мусорный шмот такой, ну, я понимаешь, не он не нужен никому, блядь. Типа нужен мне этот. И если тапки, они, скажем, такие, хорошие шмотка, это все параш. У меня перекап мастерства. И эти даже чуть лучше, чем мои боты. Вот кольцо на танка надо кому-то? Если мордонцу не надо, то уже рольте тогда нового в спек. Блин, я не знаю. Бери без татапа, там будет перекап меткости какой-нибудь. Нашему танку надо кольцо. Мордоне сказал, ему тоже надо. Почему нет? Рольте. Ну смотрите, танку тебе сильно надо это или мордонцу? Я мусорю. Я танку стоплю. А, ну все тогда. Главное, чтобы вы все это на. Да вы вроде на лов ролите кольцо. Да ничего страшного. Там на ДКшнике лучше с меткостью. Ну, по крайней мере, я с меткостью пока таскаю. Пока других шмоток нет. Вот еще этот беспонтовый медальон. Это если с меткостью проблема. А сколько же на лов надо? Трансвестит обеих первых. Шею я бы забрал вот эту без меткости. Ну, она кто, же армон, да? Кто? Да, Big Damage. Big Damage, ну давай. Сейчас. Пока что сосредоточьтесь на трэше, что-то сейчас будем умирать, походу, да? Давайте, сдавайте станы мобам, вот, блять, надо хилить, походу, да? Давайте, не роняем. Вот лейтенанты там вот эти всякие есть, дайте ему стан, допустим. Потом командир, блядь, тоже ему стан ебаните. Чтобы он как-то поменьше шотал танков, хилов. Лучше. Хотя. Юзайте контроли какие-то, блять. У вас престол дохуище вредит. Давайте, блять, по-красивому делайте, блять. А то вы агрите, блять, по 5 мобов. И у меня жопа горит, мы чуть не вайпаемся. А они тактику починили, ты смотри, я дал этот, а он не тэкнулся. Ну один раз потянуть могли. Я сегодня в целкашке давал, вроде как они телепортировались ко мне. Ну, у меня, значит, какой-то другой шарт. Меня больше вот этот командир бесит, блядь. Кей на хильте, на нем там какая-то параша, вон зеркало, какое-то говно какое-то его дамажит, блядь. Чуть не шотается, пацан. На нем. Разъебываем. Все по одному мобу. Так, дальше получается у нас вот эта беспонтовая шмотка. Короче, заберу на Энха, наверное, когда-нибудь соберу. Не-не-не, Энх, пельмешань, надо. Пельмешань, а Вару поймет, как этот, или нет? Пельмешанью надо? А, да, пельмешанью надо. Это я забыл, я думал, он бисовый. Так, ну давай, пельмешань, где ты там? Он бисовый, но ему еще есть что надеть. Ну, не проблема. Я НХ еще не скоро соберу, может через пару лет. Полубис. Вот это беспонтовая параша. Надо кому-то. Голова. Наверное, на распыл тоже. Полная санина. Даже трансмог. Кольцо. Блять, я вот. Так. Кольцо надо, да? Так. Да. Ладно. Нет, ты, я же с ролем, вроде. Ролем. Да, да. Ну я только двух смотрю ролл, если нужная шмотка. Так, получается, Нурик. Так, если какой-то хлам, то можно и всем поролить. Так, плащ на хила кому-то надо. Хеда, какой у тебя плащ, солнышко? ДМ. Только я не смогу ее взять, потому что я вышла из тела, когда вы летали. Это с рука. Ролки. Покажи мне свой плащ, сейчас расскажу. Ты же на Стопанге была там. Это не с кораблей.
Да, я была, но я... А, точно. Так, подожди, я что-то пропустил. Я тебе дал что? Ну, Рика, а что тебе сейчас? Кольцо в обмен? Да. Я кинул кольцо. Кольцо и плащ он выролил. А, и плащ он тоже выролил? Просто... Не, я плащ подарила. Я смотрю, ролл одинаковый. У нас же между релами идет хеда. Потом уже по гильдиям. Так, что там, в два же мы обычно, да? Вар на килисете, да, стоишь? Да, могу на килисете поставить. Да, давай на килисете, ДК получше с огромным. Рыбку жуем. Так, ну остальную парашу потом, после босса тогда. У нас примерно минут 50 осталось.